рассмотрим пример с пентатоникой, тоже на свип. Пятой позиции, ля минорная пентатоника. У нас получится три ноты на струне, потом будет на следующей струне одна нота. Довольно такой трудный прием. Первая нота ля у нас будет удар вниз, до вверх, медиатор, ре, растяжка, видите, длинная получается. Получается у нас удар вниз и на ми одним движением. Переходим на соль, на четвертую струну. Все это будет одним скрипком. Ля вверх, до вниз, возврат на соль, вверх, ля вниз, опять одно движение до ноты до на третьей струне, ре вверх, ми вниз и одним движением на ноту соль на второй и на ноту ля на первой. До вверх, ре вниз, возврат на ля, вверх, до вниз, ля вверх, и пошло движение в обратную сторону, на вторую сторону, на ту соль. И на ми на третий. Ре вниз, до вверх. Возврат на ре, до вверх. И переходим на четвертую струну, на соль. У нас тут кварта. Ля вниз, соль вверх. Переход кварта на ноту ре на пятой струне. Ми вниз, ре вверх и переход на до. Это такой прием 6 на 4. Вот так вот играется у нас. По 3 ноты и 2. То есть 1, 2, 3, 2. Джаз применяет такой прием довольно часто. Медленно все.